Всероссийский образовательный проект «День тренингов», собравший студентов со всех вузов республики, прошел в стенах Дагестанского государственного университета. Организаторами мероприятия в Махачкале являются Дагестанское региональное отделение Ассоциации студентов и студенческих объединений России и Комитет по делам молодежи Дагестанского государственного университета. «День тренингов» – это проект, зародившийся в 2011 году на базе Московского университета геодезии и картографии. Проект сразу же приобрел всероссийский статус «День тренингов». Прошел более чем в 25 регионах нашей страны. В Дагестане мероприятие проходит уже во второй раз. Данный проект – хороший шанс не только получить профессиональные навыки, но и завести новые знакомства и испытать положительные эмоции. Всех участников ждала встреча с лучшими тренерами республики, которые с удовольствием пришли поделиться своими знаниями с молодыми ребятами. Заместитель председателя Дагестанского регионального отделения АСО России Мурат Бутаев и руководитель приоритетного направления деятельности и концепции России Михаил Абасов провели тренинг «Организация студенческих мероприятий». Они рассказали о том, как правильно организовать любое мероприятие, будь то простая социальная акция или масштабное спортивное соревнование. Кроме того, ребята раскрыли детали того, как лучше выстроить вектор личного развития в рамках работы в органах студенческого самоуправления. Писать проекты и правильно продвигать их – очень полезный навык. Однако не менее важную роль в жизни успешного человека играет его речь и умение преподносить себя перед аудиторией. Смит Расулов, тренер по ораторскому мастерству, раскрыл слушателям основные азы искусства красноречия и на примере интересных упражнений показал, как должен выступать настоящий оратор. С правилами написания информационных статей ребят познакомил начальник пресс-службы ДГУ Магомед Курбанов. На своем тренинге «Средства массовой информации» он рассказал слушателям о работе СМИ и о их роли в жизни человека, а также провел тренировку по написанию статей на различные темы. Завершилось мероприятие общим сбором участников и тренеров. Организаторы проекта поблагодарили всех за участие и выразили надежду на то, что мероприятие прошло не зря. И многие узнали для себя что-то новое и интересное. В свою очередь, тренеры также поделились своими впечатлениями от работы со студентами и отметили, что День тренингов – очень интересный проект, который следует развивать и дальше. Также всем тренерам и наиболее активным участникам тренингов были вручены благодарственные грамоты и памятные призы. Патимат Алиева, Касим Исмаилов. Специально для Прибой ТВ.